Привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Random Games. Извините, что вчера не было видео, просто я немного приболел, и я весь вечер вчера лечился. Ну, в общем, а вам, смотрите, Барли вот так, левой рукой, а Эльприма вот так, тоже левой. Вам ничего не напоминает? Они... Волшебник Барли и Эль Прима делают одинаковые анимации. Классно, да? Ну, в общем-то, сейчас... Я выбираю вот что охота за сокровищами. Я сегодня уже во многие игры играл, поэтому... Эль Прима из Хие. Ну, в общем, я играю с каким-то кольтом. Он, видимо, вообще кольт, и поэтому стоит на месте. Не помогая мне. За него, кажется, бот играет. Секер. Хотя нет. Ну, сейчас за него бот играет. Не, уже не бот. Вот сейчас бот. Нет. Да короче, пофиг. Главное, чтобы он или бот играл нормально. Спасибо за банку, Кольт. Ребята. Вы этот момент заскринили? Я его быстрее завалил. Капец. Ребята. Ставьте лайки. Точнее, поставьте лайк, тогда я полностью вылечусь. Так. Роза? Мирослау? Мира. Блин, Мирослава. Слава лауа, лауа, малауа. За что лауа, малауа? Ну, блин, няуа, ма... Короче. Ребята. А кто быстрее? 8 бит? Ой, нет, точнее, кто быстрее? Флэш или Макс? Макс — это, если что, девочка. Ее странно зовут Макс. Но она девочка, сейчас я вам покажу. Сейчас я за нее сейчас вам потренируюсь. Она пока... Ей пока что нельзя играть в Бравл Старсе. Потому что ее просто-напросто не дают. Смотрите, какая у нее ульта. Полетели! Полетели! Вот какая у нее ульта. Нет, ну ульта довольно неплохая. Ну, снаряды у нее очень слабенькие. Но у нее снаряды первого уровня. Поэтому они довольно сильные. Эль Прима, я здесь. Все, сломал. Сейчас его... Сейчас... Угу. Все, давай... В общем, я так хочу эту девочку. У меня нету... Мифика! Ни одного! Все, я полетел пока. Давай я сейчас попробуй попади. Да блин, что ты делаешь, а? Вот мне нравится первая пассивка Беа. А, нет. Ребята, кто не знает вторую пассивку? Беа!
Посмотрите ролик с ней. Ее вторая пассивка круче всех пассивок в мире. Я не буду вам говорить, что эта пассивка делает. Короче, просто идем биться. В битву погнали. Блин, мы сразу как-то перепутались. Ребята, потом я, может быть, выпущу реакцию на смешные моменты в Бравл Старте. Так, Табата какой, ой, блин, случайно. Ну ладно, чё, снаряд все равно быстро отрегенился. Все, спасибо тебе, Эль Прима! Все, я убил Эль Прима. Эй, ты, Али! Все. Да блин! Ай! Черт! Что ты делаешь, а, Роза? Да блин, что ты делаешь? Есть! 196 хп! Да блин! У меня было столько банок! У меня было столько банок! Теперь у Рика столько банок! Вы издеваетесь! Ну почему? Я же в своей команде дальник, а Роза ближник. Она ничего не может сделать. Рика. А я вот ему могу, ну почему просто? Я, блин, тут сражаюсь один на один. Ага, размечтался Игор. Почему Игор? Игор. Эй ты, Игор, Игор, Игор. Ха, минус Игор. Ну, блин, его один снаряд. Это 700 хп. Тут не это. А ты чё не... Ну чё у меня за тупой тиммейт? Он не бьет их просто. На, все. Мурат, беги. Мурат, давай. Давай, Мурат, давай. Давай, Мурат. Давай, беги. Мурат. Мурат, давай. Мурат, ну же, Мурат. Мурат, ну же. Блин. Мурат успел возродить Эль Прима. Блин, Эль Прима. А. Она даже не при... Мы были так близки к ко второму месту. Мы не прямо осталось 200 хп. Почему? Мне попался такой тупой тиммейт. Да зачем я тебе сейчас палить буду ведь? Эль Прима из Хера. Эль Прима из Хера. Из Хи. Эль Прима, ты здесь? Yes, I will, yes. Yes, I'm not Aurum. Yes, я убил Шелли. Yes, я почти убил Аурума. Yes, я убил Аурума. Почему когда я так близок выжить? Просто откуда не возьмись меня... Просто откуда-то вылезает какой-то крутой чел. Я не могу ничего сделать. Давайте наберем под этим роликом 10 лайков. И тогда я, знаете, что сделаю? Если вы наберете на этом ролике целых 10 лайков, а не 9,
то я соединю один ролик с каким-то другим роликом. Эй, Чики-бамбодя. Чики-бамбодя. Нужно Чики-бамбодю. Эй, ты, Чики-бамбодя. Все, я убил Чики-бамбодю. Ну, так вообще нечестно. Одна банка против трех. Победит, конечно же, три банки. Ну, ладно, все. Я тут, и теперь мне ничего не грозит. Все, я ульту свою зарядил, а ты свою не зарядил, поэтому отсюда ты вали. А я такой крутой, и раз, два, три, а ты меня почти убил. Ну ты... Ну блин, мы умерли самыми первыми. Ребята, кому попадаются такие тиммейты, сожалею вам. Чики-бамбодя. Я Чики-бамбодя. Да блин, бери банку. Ай. Ладно, я сам ее возьму сейчас. Ну что с тобой не так? Ты банку не хотел брать просто. Ура! Ты взял банку. Ну, на... Кстати, а Джесси взять отличные идеи просто. Ну а по... я на Сиу идти не буду, так как она Сиу. На, Анансен. На. Ананансон. Так, все, давай. Я попал по Сиу. Еще раз попал по Сиу. Да блин. Да куда вы стреляете? Да блин. Почему я всегда так близок к цели? Почему? Когда я так близок к цели, то я уже становлюсь далеко от цели. А эта Сиу, она меня даже убить не хочет. Почему ты меня убить даже не хочешь? Почему? У меня такой вопрос. Если... Не иди к ним. Блин, ну почему? Одного выстрела не хватало, чтобы убить Шелли. Отлично. Я хотя бы второе место занял. Ай, кого взять? Карла. Давай возьму. Я хотел, блин, всего-то Барли. Хотя бы... Я хотел Барли до 12, до 13-го прокачать. Ой, до 15-го прокачать. Не повезло, не фартануло мне. Да блин, что вы делаете? Что вы делаете-то, а? На, все минус какая-то. Не, тут реально такой ник, тут ФССК. Эй. Так, все, готово, я выжил. И у меня теперь три банки. Все борются за эти три банки. Все борются за эти три банки. Точнее, за эту банку. Ворон 110. Привет, Ворон 110. Ты ворон? Реально? А где твой ворон настоящий? Все, я убил. Ну, наконец-то! Блин, походу... Барли это не самый удачный выбор. Да блин, сейчас тебе... Все, я его убил. Блин, ну вот... А, все, я тебя сейчас убью. Куда ты от меня полетела? У меня 15 банок. Ура! Ребята, кто досмотрел до этого момента, пишите, как мне занять топ-1
за Барли не сидел в кустах всю катку. Я могу чисто всю катку в кустах сидеть, но это вообще не интересно будет. Ну ладно, я пока что себе так набил до 13 ранга. Ребята, смотрите! Шилли! Смотрите, я уже топ-3. Все, я побежал. Ребята, я топ-2. Все, я пошел, пока. Бай-бай. Я занял топ-2, но при этом всю катку в кустах сидел. Ну все, ребята, я так прокачаюсь. Отключаюсь. Ребята, посмотрите, какие у меня лаги. Я сейчас вообще двигаться не могу. А! Да блин, ну что такое? Вот. Да блин. Чё, 8 бойцов только? Ладно, пока. В общем, вот другая катка, я в той занял топ-5. Вот, помогу там ему банку добыть. Ребята, вы представляете, сейчас было 6 хп у коробки. Чёрт, тут Эль Примат. Тут Эль Примат. Ой, Роза, только не меня. Так, я задимился. Занял я топ-2, и сейчас опять всю катку буду в кустах отсиживаться. Так, вот, они меня не видят, а я тут прячусь. Ребята, кто очень много каток в кустах отсиживается, тот просто играть не умеет. А я отсижусь в кустах все время, потому что... Барли тут вообще не темный чувак. Он ничего делать не умеет. Просто. И из-за этого я в кустах отсижу всю катку. А! Шелли! Блин! Ну, что за дела? 3-е место. Ну, ладно, все. С вами был я, Рандом Гейм. Всем покедова! Юлия, верь. Плю! Я там весь центр обстрелял. Все, спасибо, Розочка. А мы с тобой прощаемся. Либо я сдохну, либо ты. Кто сдохнет? Интересно мне знать. Так, все, весь куст обкидал. Ай, черт. О! Да блин. Ну ладно. 4-е место. Опять буду отсиживаться в кустах. Ребята, у меня сейчас опять лаги. Сейчас опять начнутся. Я пока буду крутиться, вертеться. А я буду тимиться с кустами так, как меня никто не видит. Я буду просто тимиться. А, все, лаги уже. Ребята, вот я дошел до топа-3. Капец. Вот так вот я каждую катку отсиживаюсь. Иногда не получается, и я умираю самым первым, кстати. Я должен на Барли поднять 15-й ранг, а потом на Буле. Был довольно такой не слабый персонаж. Ну ладно, я отключаюсь. Так, ребята, я только что убил Кольта. Но Кольт, по идее, был сильнее меня. Поэтому это достижение. Убить Кольта за Барли. Ой, тут, кажется, Шелли разбомбил. Не, это Бул, точно. Потому что такие линии может делать только Бул. Ай. Вставай, просыпайся, вставай, просыпайся, вставай. Не лежи,
давай не лежи. Блин, Рязан. Рязан, пожалуйста, убей Шелли. Она мне не нравится. Ну, я бы не попал. Капец. Да, блин, что ты ко мне бегаешь? Да, блин, я с тобой задимился же. Все, не беги, ребята. Бум пошел за одной банкой. Бум вообще. А главное, он со мной затемился. Ребята, кто-то смотрел до этого момента, пишите хэштег Роза. Потому что она всех побеждает просто. А, все, Розу убили. Так, Сноя, смотрите, я могу вот даже вот что сделать. Все, капец, только три бойца на такой большой карте. Это где видно хоть? Ладно, я перебегаю в этот куст. Ребята, это невозможно. Все, я умираю, пока Саня. Изи. Саня. Так, ребята. Я довольно много кубков на Барли поднял. Все, я получил Брока. Я думаю, настало время сыграть за Була. Ну, за Була я уже крысить. Точнее, всю катку в кустах буду отстежиться. Но я, по крайней мере, кого-то убивать точно буду. Барли, он, ну, такой персонаж. Эй, Тошку. Он Тошку, Куртошку, Пошлёмпу, Купоть, Куртошку. Он Тошку. Пойдем купать Куртошку. Пойдем копать картошку. Так, все, я убил Пайпер. Раз, два. Нет, ну, был довольно жесткий персонаж. Эй, привет, Тошку. Все, уходи отсюда, Тошку. Все. Артем, ты блэтовец? Я просто не блэтовец. Ау. Аурум. 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 Привет, Тошка. Ты попал в ад. Нет, ну Тошку реально в ад попал. Нашел Була с 8 банками. Уже с 9 банками. Ты на Джину, да? На. Всё, ай. Ребята, посмотрите в замедленном действии. Хоть и занял топ-2, но момент был эпичным. Ребята, кому он понравился, ставьте лайк. Это был божественный момент. Капец. Так, все, спасибо. Динамайт. Я, конечно, не матрас, но я же. Ну тут все твои враги. Блин, 9-е место, пожалуйста. Да, 9-е, хотя бы не 10-е. Ну ладно. Я сделал первый килл, а я убил, знаете кого? Дина Жоп. Ладно. Дина Брока. А! Кальтяра. Ты умный? Антошку, картошку.
Пойдем. Да блин. Я чики-бам. Я чики-бам. Все, я убил Леона. Леон. Я убил Леона. Ребята, кто убивал Леона, ставит лайк. Потому что Леона убить очень сложно. Он тоже говно. Да блин. На! На! Чё это Леон стал... Леон включил невидимку. Чё, 5 банок у Була? У меня, конечно, 4 банки. Но у него всё-таки больше. Аидочка. Так всё, мастера! Всё, вали отсюда. Чёрт! Да блин! Тупой Пайпер! Ну ладно, ребят, с вами был я, Random Games. Всем покедова! Шутка. Шутка. Я не буду с вами прощаться. Может, и попрощаюсь. Но не в этой жизни. Ай, блин. У Эль Прима, кстати, кулаки бьют через. На! Да блин, иди отсюда, Эль Прима. Аудир. На! Блин, да ты что делаешь? Ай! Ай! Ребята! Джейми? Ха, промазала Пенни. Ой! Блин. Мне что сейчас? С пушкой в догонялки играть? Нетушки, спасибо. Ну, сейчас я твою пушку убью, ладно. Все. Ой, да блин. Ай. Такс. Изаку. Черт. Николас Кейдж. Такс. А, вот ты. Вот ты где, Николас. А, черт. Есть. Я выживальщик. Выживальщик. Есть. Минус Нита. Ты, блин. Обязательно нужно было именно меня добивать. Всем пыкидово. Вау, сват. Ясон. Ясон, по мне не попадён. Да блин, Ясон, чё ты пытаешься по мне попасть? Может, ты и попадаешь, но не можешь свою ульту зарядить. Вот зарядил. Да я же впервые выстрелил. Бравл Старс — нечестная игра. Кстати, на моем другом канале Normal Human TV. Так, там есть рубрика «Колесо удачи Бравл Старс». Потом рубрика реакции на смешные моменты в Бравл Старс. Она скоро будет. Первая часть.
Если вы хотите быть первым, кто посмотрит мое видео, то, блин, пожалуйста, посмотрите реакцию на смешные моменты в Бравл Старсе. Ну, ладно, ребята, а с вами был я, Random Games. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!